Всем добрый вечер. У нас вечер, я бегу бегом на автобус, чтобы ехать в садик. Тороплюсь бегом, потому что время много, я на время не посмотрела. Прозевала, короче, время, поэтому бежим бегом. Ребята, у нас вечер. И что Маша делает? Надувает шарики. Ваня, подожди. У нас, покажи, Оксана, какой шарик. Вот такой большой шарик. Они, помните, который я набор купила? Вот они играют. Как мячи, да, Оксана? Или фигурки можно делать. Марина сидит, ждет свой шарик. Катя там в телефоне играет, а Маша надувает. Тяжело, да, Маша, надувать? А можешь до конца не надувать. Сейчас я завожу. Подожди немножко. Что, легко надувается? Легко надувается? Да? Ну все, пойду завязывать им. Всем доброе утро, дорогие друзья. Всем желаю хорошего дня и хорошего настроения. Я сидела, пила чай, решила заснять что-нибудь. Вот это вот сразу говорю. Не обращайте внимания, просто у нас тут спит Котейкин под пледом. Это ее новое место любимое. Пускай она спит, не трогайте вы ее, она от вас прячется уже. У нас день... Я сегодня проснулась от того, что мне больно глотать. Видать, вчера простудила горло немного. И поэтому сегодня с утра уже лечу его. Побрызгала гексоралом, мироместином. Чай тепленький пью. И так, в целом нормально. Чем планируем заниматься? Попозже хочу сходить в магазин, купить молока, сварить кашу кукурузную. Что-то захотелось, купила, вы же видели, купила крупу. Убирай ее отсюда, выкидывать ее надо, эту коробку. И хочу сварить. А там видно будет дальше, чем будем заниматься. Мяу спит. Они бедную эту мяу уже замучили. Ладно, всем желаю, девчонки, хорошего дня и хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Дорогие мои друзья, вы меня все спрашиваете, где же наша Ксюха? А вот она. Прям вынырнула из сумки. Она из этой сумки у меня сделала гнездо себе. Да, Ксюха? Смотрите, она туда натаскала всякого. Бумажки всякие натаскала. Да, Ксюха? Опа! Клюнула. Ну вот она жива и здорова. Не переживайте, она на свободном выгуле. Когда захочет, вылетает. Когда захочет, залетает. То в сумке посидит, то еще что-нибудь. Так что с Ксюхой все нормально. Да, Ксюха? Только она кусачка. Ей самца надо, но у нас самца нету. Ну вот она жива, здорова и довольная, да, Ксюнька? Ксюша, передай всем привет, Ксюня. Сумка шатается, поэтому, извините, качает сумка. И вот мы ей здесь повесили такую палочку еще, ну, вешалку старую. Она любит на ней качаться. Короче, качели из подручных средств. Да, Ксюнька? Надеюсь, я на ваш вопрос ответила. Мы топим печку. Разогреваем супик кушать. Вчера вечером варили. И вот печка наша топится. Классно, от печки такое тепло идет. Это я же подкидывать буду, открыла. Подкину и закрою опять. Будет тепло. Дорогие друзья, я пошла на почту сходить. Там пришла посылка рукодельная. Девчонки заказывали, там много интересного. Ну вот заодно посмотрим. Я уже, честно, не помню, что они там заказывали. Вот заодно посмотрим. Тайсон! Тайсон! Ты мой хороший. Ладно, идем потихоньку. Девчонки, там у меня посуду моют. Маша с Оксаной. Ну, а я пошла и по пути еще зайду в магазин на молоко купить. Ладно, идем. Забрала я рукодельный заказ, который у моих знакомых. И смотрите, что я своим девчонкам заказала. Вот такую вот красоту. Будут они мне вышивать. Шить. Зайчик, Дед Мороз и Снегурочка. Ну, потом будете все вместе шить. Я хочу зайчика шить. Ну, потом посмотрим, пока не будем открывать. Потом уже будем.
А остальное там почти все по заказу. Там только нитки черные мои еще у меня, потому что с нитками, с черными проблемы. А остальное, если будет интересно, проходите на канал Влог рукодельницы. И вот такой журнал. И вот такой журнал у меня новый появился. Вышивка крестом, цветы. Там вот такие вот схемки есть в журнале. Но схемки показывать не буду, потому что мне потом напишут, что нельзя авторские права и тому подобное. Ну, вот такой вот журнал. Это я на почте беру, когда у нас появляется. Там уже почтальоны знают, что мне обязательно такой надо. Ну, оно бывает, раз в год журнал появляется. Вот в этом году первый раз появился журнал. Ой, там схема. Поэтому вот такая вот красота моим девчонкам и мне баловство. Оксана сразу убежала. Сходила я на почту. Брызгаю, ребята, горло, потому что сегодня прям комок сильный в горле стоит. Прям не могу. Ну, красиво, Маша. И прямо это... Глотать больно стало. Ну, видать, что-то вчера простудилась, но, в принципе, так-то нормально себя чувствую. В целом... Сходила я на почту, вот забрала заказ, засняла. Сначала девчонкам отправила, потом сказали, можно заснять. Я засняла. Чуть позже на канал Влог рукодельницы это выложу. Если можете, подпишитесь, пожалуйста, тоже туда и на канал Жизнь с домашним животным. Ссылочки постараюсь оставить в описании канала. Также я зашла в магазин, купила 3 литра молока. Маша у меня посуду моет, хотя она сейчас здесь сидит. Так называется, посуду моет. Да, Маш? Ты когда будешь? До вечера будешь посуду мыть? Нет? Ой, это невероятно. Я сейчас пойду прополоскаю горло немного. Чтобы это, потому что прошлась по улице, опять немного першит горло. И вот так вот Света сегодня у меня, да, уехала в Соликамск. Она уже кучу-кучу фотографий скинула. Потом я вам все это покажу. Она, наверное, сама там что-то еще пофоткает, поснимает. Если она что-то поснимает, обязательно покажу. Или пофоткает, может быть. Так что вот такие вот у нас дела. Всем добрый день, дорогие друзья. Желаю всем хорошего дня и хорошего настроения. У нас сегодня, ребята, представляете, с утра минус 32. Мороз еще какой. Так, в целом, чем собираюсь заниматься? Мне надо разобрать вот эту вот всю посуду. Это вчера у меня девочки помыли. Сейчас надо поубирать все это. Оно высохло уже все. Сейчас все это уберем. И я поставила воду на суп. Сейчас покажу. Так, поставила воду на суп. Тут ножки куриные. Будем варить супик. Всем еще раз здравствуйте. Приношу извинения за то, что так щурюсь, но просто у нас солнце светит сильно. Я сейчас жарю зажарку. Ну, лук жарю. Хочу кальмары сделать с яйцом. Поэтому жарю. Суп поставила варить. Уже почистила картошку с морковкой. И будем готовить кушать. Вчера варила кукурузную кашу. Надо разогреть вот ее ребяткам поесть. Так, сейчас я ложку возьму, минуточку. Сейчас ребятки поедят кукурузную кашку. А, замерзла вся каша. Вчера просто у нас холодно было сильно. Ну, не холодно, как это, прохладно. Мы на ночь решили вынести на улицу холодильник, то, что там кастрюли стояли с супом, со вторым, да что, полный был. Поэтому решили на улицу вынести, и каша замерзла. Сейчас пытаемся разогреть ее. Ну, уже Оксана поела с утра кашу кукурузную. Так что продолжаем дальше готовить. Я себе чай тут пытаюсь навести. И так все, что-то забыла про этот чай, так и не навела еще. Сейчас чай себе сделаю. Зеленый. Напишите, какой вы чай больше всего любите. У меня вот еще, видите, последний пакетик кальмара осталось. Сейчас сделаем его. Да, Ваня? Да, конечно. Мяу там где-то. Иди там ищи мяу. Он с этим мяу бегает, с ним играет целый день. Ой, извините. Вот так вот. Так нормально видно? И вот. Вот такие вот у нас новости. А так, приехал у меня Ильюша на выходные к нам домой. Домой приехал на выходные.
Поедет, наверное, 8-го домой обратно, не знаю точно. Другую комнату они нашли, уже жилье другое будет переезжать. Ну, 20-х числах где-то так. Пока там все будет отмыть, прибирать комнаты, конечно, не очень, но жить можно. Поэтому вот так. Ладно, дорогие друзья, я сейчас дальше все нашинкую и вам все покажу. Вы оставайтесь со мной. Женщины, дорогие, с наступающим вас 8 марта. Ну, завтра я вас отдельно поздравлю. Вот смотрите, мама на кухне. Мася здесь. Да, Мася? Скажи, Мася всегда здесь. Масю опять мыть надо, опять грязненькое, что ли. И глазки опять затекли. Так, здесь у меня, ребята, готовятся кальмары, с лучком обжариваются, готовятся. Здесь у меня разогревается кукурузная каша, которую я вчера варила на молоке. Дети вчера полная была, почти всю съели. А здесь у меня суп, уже закинула картошку. Сейчас скоро буду доставать ножки и разрезать на кусочки. Короче говоря, готовим. Так, дорогие друзья, приготовила я кальмары с яйцом. Вот такие вот они вкусные у меня получились. Сейчас разложу деткам, пусть кушают тоже. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Так, все, суп почти у меня готов. Еще сейчас немножко покипит, потом зелень запрошу и можно будет кушать. Все, дорогие друзья, кушать сварила. Устала. Пойду сейчас лягу, полежу немного, потом дальше буду какими-то делами заниматься. Мне на вилку упала. Мне надо белье собрать с веревки. Вчера постирала много белья, надо собрать. И сейчас заставлю девочку полоснуть посуду. Я наконец-то допиваю почти чай. Все еще допить чай не могу. Хотя уже день полнейший идет полным ходом, а я чай допить никак не могу. Так что вот такие вот у нас делишки. Ильюша у меня уехал к парикмахеру, он записан на сегодня к парикмахеру, говорит. Я говорю, а ты когда успел записаться? Он говорит, мы заранее записывались. Дети кушают кальмаров, я им дала. Кто-то уже поел, кто-то еще ест. Вот так. Волосы, конечно, у меня пипец на голове. Ну что, скоро парикмахерскую пойдем опять. Когда, пока не знаю, пока. Вообще... Все вот эти вот планы это вообще отложились на долгий-долгий ящик, наверное. Ну, не знаю, там видно будет. Как только, так сразу пойдем парикмахерскую. Мне надо кастрюлю с полки, с печки убрать. На дощечку. Все. Зелень я закинула. Теперь можно идти отдыхать. Всем желаю хорошего дня и хорошего настроения. Всем говорю пока-пока.